молодой человек, поддержите молодые таланты. Ну что, Марго, немного денег мы заработали, кассу потом посчитаем. Пора повышать наш профессиональный уровень. Друзья, мы отправляемся на мастер-класс супер-мега-барабанщика из Америки. Ну ты пока иди, а я пойду еще денег подзаработаю. Слушай, мне на удивление нравится, как здесь расположилась публика, поскольку у нас есть определенное место, там, где сидит артист и показывает все свои нереальные крутые штуки с барабанами. У нас есть место для публики, и те, кому не видно, кто маленького роста, стоят на высоких ступенечках. В основном выступаем в Америке. Америка, Канада. Здесь мы впервые. Полезная информация для широкого круга музыкантов, играющих на совершенно различных инструментах. И мне, как музыканту, это тоже интересно. Марго, ну что, ты решила завязать наконец-таки с пением и прославиться как великий музыкант? Слушай, я настолько вдохновилась мастер-классом, что даже не знаю, что теперь себе купить. Барабанную установку, гитару или клавиши? Друзья, заверните нам все. Будем мультимузыкантами. На самом деле, если проследить полную концепцию этого мероприятия, то можно по итогу понять, что имеет в виду Джимми. Он рассказывает фундаментальные вещи, которые могут применять не только барабанщики, а любой участник коллектива музыкального. Здесь очень полезная информация, и не только технического характера, но и также для развития мозга. Друзья, сейчас маленький мастер-класс специально для зрителей Fresh новостей, точнее, эксклюзивно для Марго. Бум! Бум! Last night I had a lot of professional drummers, like big drummers, and I was nervous. But they asked very technical questions about drums. This audience, they just seem to enjoy it like a show. So I love them both. Ну что, Марго, Джимми Вилгус, участник группы Wicked Monkeys, барабанщик или, как сейчас говорят, драмер. Давай поподробнее расскажем. Ну, на самом деле, замечательный музыкант. Это было видно сразу по мастер-классу, который он преподал. Конечно же, ты знаешь, что этот мастер-класс, он состоялся в два этапа. Вчера был для профессиональных барабанщиков, он был закрытый, а сегодня был именно для широкой публики, и туда мог прийти любой желающий, зайти абсолютно бесплатно в данное заведение и послушать это все. На самом деле, это мега-звезда своей области, он катается по миру не только с концертами, но и с такими мастер-классами, да, на которые ходят и просто любители, и профессионалы, ну и просто люди, которые хотят посмотреть на позитивного человека за барабанами. Я очень редко встречаю артиста, который на самом деле дает достаточно хороший мастер-класс, отвечает абсолютно на все вопросы и приглашает к себе зрителей для того, чтобы реально научиться играть на барабанах. Нет, ну, кстати, он очень много полезных вещей для начинающих и для начинающих музыкантов, и для профессиональных рассказывал. Мне безумно понравилась его одна фраза. Он сказал, что смысл песни можно узнать через барабанную партию. На самом деле так. Слушай, ну на самом деле ты получила вообще халявный, индивидуальный мастер-класс. Ну что, Марго, давай как учили. Давай. Все, увидимся в следующих выпусках. Всем пока.